Я хочу рассказать вам свидетельство о моем муже. Несколько лет назад у моего мужа был инсульт мозга. И когда он 3 дня не мог ни разговаривать, ни кушать, дочка была в панике, потому что она медработница, и она поняла, что это такое. Но я была очень спокойна. Я говорила, что не беспокойся, ничего не будет с твоим отцом. Он не умрет, потому что Бог дал ему слово. И должно это слово исполниться. Через 3 дня, когда мы поехали в церковь, он ни слова не мог ни говорить, он не мог кушать, не объяснялся, ничего. После церкви мы час ездили в церковь. После проповеди подошел один брат и сказал: «Хочешь, мы за тебя помолимся?» Он кивнул головой. Помолились. В конце молитвы брат сказал «Амин», и мой муж тоже сказал «Амин». И у него язык открылся, начал говорить. И всю дорогу, обратную дорогу, которую мы домой ездили, он говорил, говорил и без остановки гайл, понимаете, что со мной случилось? Вы поняли, что со мной случилось? После этого, когда дочка повезла к врачу, врач удивленно посмотрел, сказал: это тот человек, который на аппаратуре показал, что у него вот такой инсульт мозга, и он сейчас передо мной стоит. И он своими ногами пришел в больницу, это невероятно. С больницы дочка звонит и говорит: мама, у нас есть чудный Бог, слава Богу. И до сих пор мой муж живой, здоровый, у него все нормально, ничего, ни рука, ни нога не отнялись. И даже память тоже восстанавливается. И от дня в день он больше в Боге возрастает. Читает Библию, что не читал, каждый день молится. И слава Богу за все. Аллилуйя.